Привет всем, сегодня у нас 18 августа, пока дождика нет, но тучи ходят, вот. Привезли мне раму от Урала, мотоцикла, вот передняя подвеска от классики, также двигатель 15 лошадей мотоблоковский, коробка от мотоцикла Днепр задним ходом и задний мост от Mitsubishi Outlander, который я переделывал, убирал муфту электромагнитную. Вот, и из всего этого буду делать маленький квадроцикл. Конечно, проще купить бэушный, но он его не хочет покупать. Хочет сделать самодельный, чтобы все было советское, доступное. Запчасти были вообще доступные. Задний мост только Outlander Mitsubishi и двигатель мотоблоковский 15 лошадей. Остальное все будет советское. Он будет заднеприводный. Передок будет не ведущий, простой. Ну, полуквадроцикл, полутрактор маленький. Вот, если что, буду показывать, что делать. Сейчас я буду делать передний мост, а потом уже как-то приспосаблить его на вот эту раму. Вот. Вот мои драндулеты стоят. С корзинкой тут. Спереди два колеса. Это сзаду два колеса. Так что, кому интересно, можете смотреть, кому нет, лучше не смотрите. Сварил я вот такую рамку. Вот. Сейчас буду делать сверху уголки. Сюда, на это место, крепить верхние рычаги. Принцип как у этого, у моего трехколесного трайка, это из скутера. Вот, принцип такой же. Только у меня здесь стоят ступицы от девятки, а здесь от классики. У меня ведущие колеса, вон подвеска, такая же копия. Вот она, точно такая же копия подвеска. Тоже жигулевская. Вот. Ну, есть видео на канале. Вот. А здесь уже вот просто не ведущие колеса, простые. Вот, поэтому я рамку сварил. Так что продолжаем делать. Привет всем, сегодня у нас 19 августа. И как всегда, шел дождь. Небольшой, минут, наверное, 15, но шел. Я говорю, сейчас каждый день будет дождь идти. Сраная погода в этом лето. Вот, а я продолжаю делать этот передок на самодельный квадроцикл. Отрезал уголки, установил, и сейчас мне надо сюда сделать трубки, чтобы это болты были внутри трубок. Потом эти трубки привариваются вот с обоих сторон. Это для, служит для того, чтобы болты вот эти можно было стянуть, шеленблоки зажать, и трубка она не даст сжиматься, хотя эти уголки будут привариваться к этому профильной трубе. Я не буду ее делать съемную, как у меня на трехколесном вот этом драндулете. Здесь приваривается будет намертво, жестко. Конечно, смотрится не так симпатично, но зато будет надежно. Приварю, усилю, и будет нормально. Сварил я, короче, всю переднюю балку, весь передний мост, вот он. Здесь сейчас не видно, но вот нижние рычаги закрепил, верхние закрепил, все сделал. Здесь приварил уголки вот этой штуки, вот она рама, вот эта вот идет. Здесь темно, сейчас не видно. Вот уголки к ней приварил, вот сюда. И вот здесь вот можно будет вставлять пластины, как у заводских регулировка жгутой развала. Вот развал колес. Здесь вставляешь пластины. Вниз отодвигается и регулируется. У меня сейчас колеса стоят чуть-чуть, маленько вовнутрь сделаны, немножко, с обоих сторон. Вот, это я специально сделал, чтобы потом можно было ими отрегулировать, выправить уже. Вот, на этом у меня просто стоят вон шаровые с резьбовой наконечники. Их выкручиваешь и регулируешь этот развал. А здесь именно вот заводская регулируется, вот здесь пластины вставляются. Поэтому все готово. Осталось ее установить на саму раму, приварить, делать амортизаторы.
И передняя подвеска будет готова. Останется потом только рулевое делать. Ну, там уже потом вот, если что, покажу. Ну и потом двигатель, коробка, задний мост.